Здравствуйте. Всего на территории республики пожаров 163, из них тушится 54. На этих пожарах работает 4741 человек и 775 единиц техники. Локализовано за сутки 11 пожаров, ликвидировано 11 и обнаружено 8 пожаров. Из-за погодных условий, задымленности авиация разных структур не работала. Работал один вертолет Министерства обороны в Верхневилюйском районе на пожаре село Далар. Было сброшено три этапа, это три тонны воды. Сегодня мы ожидаем улучшения ситуации и прилет большой авиации на перебазировку в город Якутск. Также вот осадки, которые прошли за эти дни, дали улучшение. При этом мы кардинальные цифры, окончательные цифры получим после облета и изучения всех пожаров.